состояние. Это очень дорого. Посексим. Как это носить? Я не понимаю, мне грустно. Можно пролезть. Что там должно быть спереди? Просто здесь этикетка. 2000, понимаете? 2000. Всем хай! Сегодня у нас очередная проверка одежды с Валберис. Шмотки жесть. Мы с вами уже проверяли обычные шмотки. Это не очень понятно, как это должно располагаться. Луки в Париж. Размера как у, не знаю, огра. Школьные аутфиты. Чуть-чуть великовато. Поэтому настало время. Альт одежды! Пожалуйста. Ой, а чё он такой тяжелый? Но это альт. Я не знаю, сколько по твоим меркам это альт, но позиционировал себя Валберис, это как альт. Ну хорошо, я проверю. Ладно, давайте начнем по порядку. Вещица номер один. Значит, первая посылочка выглядит вот так. Что-то черное. Ты доставала уже оттуда вещи? А почему они выглядят так, как будто их уже доставали и мерили? Не знаю. Это обычная зипка. Это, во-первых, не обычная зипка, а кроп-зипка. А во-вторых, я очень косит. Не, ты понимаешь, что это не бренд Бизнес? Извините. Не, ну ладно, ладно, я не буду пендриваться. Сколько стоила данная вещь? Если она стоила меньше 2000, все нормально, проблем нет. Если больше, слишком много вопросов. По-моему, меньше 2000. Ну должно, потому что, знаете ли, запашок от нее еще такой просто шмалит. Такое ощущение из этого макияжа, что это не как будто бы, знаете, такая вот кошачья ушка. А как будто это у меня бровь наверх улетела. Ну и ладно, пусть будет так. Шнишна, пишна. Зипка стоила 1280. Это очень дорого за такое качество. Это прям очень дорого. Осуждаю. Касай. Дорого за такое качество, да, 1200. Типа, потрогай ее, она ж вообще... А, я просто смотри, как ты будешь мерить. Ха! Next. Что-то прям очень плотное. Слушайте, я заинтересована. Плотненько, однако. Вау, это что? Что-то джинсовое. И это у нас джинсы. И, кстати говоря, какие крутые джинсы. О май гад, вот это мне нравится. Крутейшие просто. С какими-то нашитыми карманами. И очень плотные. То есть они прям по качеству не тонкие. Знаете, вот джинсы с Алика. Обычно, когда заказываешь, это какая-то фигня приходит. Она просто полупрозрачная. С них сыпятся нитки трэш. Да? Ну, это, к сожалению, ничего не поделать, потому что это вот такая вот бахрома. Ставлю лайк, обмеряю. А это Каролина за кадровый голос на видео. Ах ты ж васаби. Я представляю, что я на прогулке, солнечный Геленджик. Амбассадор какой-то шашлычный. Ну, профессионально. Такая хипстер, гангстер, хип-хоп, рэпер. С джинсиками, конечно, проблемка есть. Вот такого вот характера. Ох, мотню опять эту сделали. Я не понимаю, на кого рассчитано. Типа, если это должно было быть Наталья, ну, даже Наталья, если честно, было бы странно, да? Как будто вот тут какая-то проблема. Чуть-чуть, да. Вот это что-то напихано. Да, как будто это мужские брюки вообще. Типа, из серии, смотри, вот. Ну, типа, так не должно быть. Это какое-то странное нечто. Да. Что они... скроем? Если выше подтягивается, но, извините, врезается там. Туда, куда не должно врезаться. Но карманы есть. Карманы большие, карманы крутые. Карманы даже не фальшивые. Хорошие. Дизайн прекрасный. Не считая того, что у тебя мотня тут находится на заднице. А кофта? А что ты сказала, что она херовая? Ну, ты потрогаю по качеству. Не, она вообще, наоборот, гигатонкая. Смотри. А какой-то материал такой супер. Полиэстер самый дешевый, потому что. Она очень тонкая и вонючая. Хотите вы тоже понюхать, Нати? Я знаю, что вы хотите. Мне не очень нравится запах вонючей одежды. Я не знаю, может кому-то нравится. На фотках она выглядела что-то между бархатом и какой-то обычной. Да потому что они фотошопники. А вот ты капюшон. Ты вот сейчас пятерочку грабить будешь. Как известно, аферисты промышляют в людных местах. Вещица номер два. Что-то на оранжевом. Вот это мне нравится уже гораздо больше. Вижу приятный моему сердцу цвет. Итак, достаем. Ну, кто-то бы носил, очевидно, но это уже совсем другая история. Ну-ка, ребятки, смотрите. Ну, вот это вот я хочу вам сказать, что красиво, конечно. Если бы это еще было менее химозно хотя бы на 5%, я бы еще сказала, что это вообще очень хорошо, потому что ощущения от этой вещи вообще странные. Таков у нас альт, да, вот такие у нас бирки получаются. Ну, понятно, как бы ничего нового, конечно. Можем бирки не прошивать, делать материалы некачественные, буду нудить. Ладно, проверим. А потом Каролина сказала вещь, которую я не должна была знать. А, то есть одежда не альта, а it's okay, да? U2K, да? Вот как? Одинаковые, я не знаю, что... Это раньше я в самое сердце. А чем отличается альта от it's okay? Ну, типа, есть... Это другое! Есть обычная одежда, есть необычная, нет? Помогите. Комментаторы без вас не справятся с объяснением, меня ранили. Я просто устала от этой жизни.
Ну что ж, дорогие друзья, учебный год уже начался, и мне стало очень интересно. Как вы проводите время после школы? Ну, университета или после репетиторов? Потому что лично я после учебы всегда шла домой. Ну, понятное дело, что до этого я забегала в кафе, чтобы что-то перекусить. Потому что еда, знаете ли, дорогие друзья, в школе оставляла желать лучшего. Если вы тоже из тех учеников, кто после школы идет перекусить, то у меня для вас есть очень интересное предложение. Это новая дебетовая карта от Тинькофф Банка для старшеклассников и студентов, которым от 14 до 22 лет. У нее просто куча преимуществ, но одно из них очень яркое. Это мега крутые дизайны от современных художниц, плюс бесплатное обслуживание и 10% кэшбэка в кафе и в ресторанах. Также не менее яркие преимущества. Переводы через СБП позволят пару кликов перевести деньги в другие банки без комиссии. А еще кэшбэк, который приходит рублями. Каждый месяц можно выбирать до 4 категорий трат и получать от них до 15% кэшбэка рублями. А за покупки по спецпредложениям от партнеров до 30%. Откладывайте и увеличивайте сбережения. Доход по накопительному счету с подпиской на Тинькофф Про даст до 5% годовых. В общем, приглашайте друзей и родственников, чтобы пользоваться продукцией Тинькофф. Нужно будет сгенерировать свою уникальную ссылку приглашения в приложении. А еще получишь за это до 5000 рублей за каждого приведенного друга. Кстати говоря, вам фирменный карт-холдер привезут в подарок вместе с картой. Переходите по ссылочке в описании под видео. Оформляя карту Тинькофф Блэк, получая еще больше выгоды. Я бы назвала этот стиль, этот вид. Я бизнесменка. Я модная, коренная, успешная москвичка. Ну, ярко, стильно, молодежно. Ну да, качество, конечно, страдает. Знаешь, если надеть это на плечи, на голые, вообще неприятно, потому что тут очень большие швы. Хотя они выглядят как обычные. Но они, короче, я тут потрогаю, они прям очень жесткие. Ну да. И они натирают вообще. Я не понимаю, мне грустно. Я считаю, что делать оранжевые вещи некачественными — это неправильно. А еще на Валберсе почти нет нормальных оранжевых вещей. Это самое нормальное было, вот честно. Там даже не было ни брюк, ничего. Вот вообще оранжевый мозг. Я накрутилась, и меня теперь плющит. Угомонится, она как кольцо Сатурна. Нет, серьезно, у этого костюма был большой потенциал, и почему-то на камере он придет вообще другой цвет. В жизни он чуть-чуть более темный. Возможно, это тоже проблема. Потому что, знаешь, когда вот сейчас мы покупаем вещи, согласитесь со мной или не согласитесь, не знаю, скажите. Тебе важно, чтобы эта вещь не просто хорошо на тебя смотрелась, но чтобы на фотках хорошо получалось. Ну, да. Что у нас с подружкой, там в ресторан или просто гулять. Вот видите, какую-нибудь красивую помойку, давай, ну щелкни меня тут. Она тебя щелкает. А одежда не сидит, это какой, блин, а что не так? Это со мной что-то не так или вообще? Чую, спонсор этого видео. Блин, тут еще цвет такой некрасивый, аликовский, неестественный. Да, обычно оранжевый цвет более приятный. Не нравится. Что ты там смотришь? Там нет ничего, там нет тех самых трусов с доступом. Ой, эти халбок, извините, а ты в другом видео. Не, ребят, ну реально, что со цветом этого костюма? Непонятно. Вещица номер 3. Дальше. Какой интересный пакет. Ну, здесь прямо-таки аниме Hawaii Girls Year. Что же там? Any Questions называется эта одежда. Пока что, да, я не очень понимаю, что это. А, это платье. Реально каваи, это единственное, что хочется сказать. Оно такое голубое, такое пастельное. И с таким вот корсетиком. Ну, прямо-таки вообще няшка-кваяшка. Восторг. Никакого предубеждения, никакого преступления, никакого наказания. Кто в фандоме псов плюс в чат? Мы тут все фандомились. Я Гоголь Кини. Каролина, ты кто? Чуя. Ох, это Чуя. Это за Кини. Я не Кини никого в псов. Найду ли я сегодня хоть что-то интересное и хорошее, вот в чем вопрос. И да, кажется, я нашла это. Смотрите, какие очаровательные маленькие черные звездочки. А нет, лиса у меня опять давит голос. Отменить лису Арими. Звездочки класс. Это с прошлой проекта Валберес. Это просто колготки или они с секретом? Так, ребят, мы смотрим на колготки, я так понимаю, с секретом. Называется... Не, ну я как бы понимаю, что это колготки с доступом. Но зачем они мне? Я не хочу быть доступной там. Нет, ну слушайте, ну так-то колготки, конечно, красивые. А вот здесь вот они такие интересные. Можно пролезть. Слушай, не, ну вообще-то на самом деле потрясающие колготки. Здесь они как бы как чулки, да, как подтяжки. И стразики налеплены так хорошо. Ну, будем тестировать. Вот вас ждет пикантный контент. Лук номер 2, baby girl lips. Нет? Почти угадала. Сейчас сделаю последнее baby girl приготовление. Давай, baby girl, делай. Are you lost, baby girl? Все еще жду, когда Anthony Юлай придет на этот канал. Украина просто фанатка. Да. Я иду. Давай, baby girl. Мне кажется, Anthony Юлай в тебе. Но Anthony Юлай увидит и захочет прийти на этот канал. Давай, Anthony Юлай, приходи. Давайте. Поели, красивый под музычку, один.
Хочу показать платье, которое надела на первое свое свидание. А где корсет? Я правильно делала платье? Я не знаю. Просто оно очень странное, здесь этикетка. Вообще-то оно должно быть спереди. Просто здесь этикетка. А почему у тебя грудь не прикрыта? Потому что она не прикрыта. Я мало того, что у меня грудь не прикрыта, как тебе вот эта вот прелесть, роскошность, бутиков. Не, ну, ребят, тут, конечно, да, есть на что посмотреть, понимаю. Мне Лиса на шиворот надела платье, ну, типа, задом наперед, точнее. Ну, я переоденусь. А то это не была и придет. Что происходит? Вот, все нормально теперь. Да, вот так это должно было быть. Да. Ну, тогда оно вообще тоже бесполезное, потому что, как бы, ты вот, вот так вот будешь ходить. Я платье. Или, может быть, вот так можно сделать? Вообще, тогда подождите. Ну, это так тоже бред, потому что, ну, нельзя нагнуться. Тут, в принципе, весь лук не подразумевает нагинание. Ну, подразумевает, но он немножко другого характера. Короче, странно, я ничего не понимаю. Кто-нибудь объясните мне хоть что-нибудь. Эти звездочки, ну, звездочки хорошие. И колодки, на самом деле, они прикольные, просто они неудобные, потому что ты идешь, и у тебя ощущение, вот это голое. Ну, они даже просто на чулки не совсем похожи. Да, но не похожи. Я бы носила, я бы носила. О, ты поносишь их еще, у тебя там вся спальня в этих стразах, пока я надевала колготки, там все осыпалось. Звуки чисто под руками. Блин, смотри, качество оно хорошего, нет? Платье хорошего качества, я не понимаю, что делать с этим, потому что явно, ну, типа, так не должно быть. Понимаешь, это спина? Ну нет. Да что ты? Why questions? Вот у меня тоже проблемы. Почему вопросы? Действительно, почему? Оцените это платье, ну, мне кажется, ну, неплохое. Ну, только сейчас я вижу две половинки лисиной попы по половинкам. Да, у меня там еще прыщ на заднице. Этого я не видела. Какой лаваш? Что происходит? Это мы пытались сделать обложку. Знаешь, эти пряжки, ты... А, сексуалка, ну что? Посексим? На младенца, которого за эти штуки... Так уж шерсть у меня разводят, а младенца называют! Короче, когда вот младенцы так, ну, типа, надеваются, так вот выносят за эти лямки, поняли? Да, иди, младенец, baby girl. Липс. Нет, вы понимаете, я не понимаю, вот серьезно, сколько рейтинг у этого платья? Не очень много раз покупаю, потому что такое... Я заметила. Мне все еще нечего сказать, кроме слов. Если бы оно стоило, типа, серию только косаря, тогда было бы норм. Так, а сколько оно стоило? 1002. Это что такое, а? Ну, колготки затащили все. Ну, колготки-то, конечно, хороши. Итак, а теперь наша полноценная рубрика. Как вы знаете, я решила, что было бы очень славно своим подписчикам дарить подарки. Поэтому условия следующего розыгрыша, кстати, разыгрывать будем вот эту вот потрясающую вещицу. Простые: подписаться на мой канал, подписаться на мой телеграм и подписаться на телеграм-канал моего бренда Бездна. И просто быть активным. Самый активный подписчик легко и просто получает подарок. Условия вы увидите в моем телеграм-канале. Для этого, в принципе, ничего не нужно. Нужно просто быть активным человеком в моем чате. Ну а победитель прошлой недели, вот этот потрясающий человек, он уже получил свой подарок. Мы с ним уже связались. Поэтому не надо спамить чат от имени этого человека. Этот человек еще до выхода этого видео уже узнал, что он победитель. Вещица номер 4. Fashion. Секси. Лаунж. Проверка. Слушайте, ну вот здесь вот как будто бы уже такая приятная штукенция пошла. Вот это уже хотя бы выглядит и ощущается как нечто приятное. И в принципе здесь даже такая модная нашивка есть еще, кстати, хорошо нашитая. Кажется, что-то на серьезном только что произошло. Кажется, у нас есть первая вещь, которая мне понравилась. Вот такая вот коробчонка была, и там написано: солнцезащитные очки, унисекс, тренд. Ладно. О май гад, buy me Prada, Balenciaga. Это же буквально очки в стиле Balenciaga, но, между прочим, без опознавательных паленых признаков. Профессионализм так и превзойти хочу. Давайте проверим, насколько они профессиональны. Ну да, да, очки, конечно, серьезные. Вот особенно с такими бровями прям вообще идешь и такая, типа, я здесь самое главное, buy me Prada, сама себе куплю Balenciaga тоже. Хорошо, оцениваю эти очки положительно. Каролина, как ты оцениваешь эти очки? Мне кажется, эти очки с колготками, с доступом вообще хорошо сочетаться будут. И больше ничего не надо. Но мне нравятся очки. Хороши, они в порядке. Это самые классные очочки вообще нынешнего времени. Да. Кстати, на глазах удобно ощущаются. И по цвету не мерзко. Вот это прям да. В Японию в них езжай. Окей, в аэропорту буду так. Да. А я вообще-то в аэропорту всегда в очках, в панамке и в тканевой маске. Я же все-таки популярная. Не, очки, правда, хайп. Вот, вот одобрение таким людям, которые за 168 такие очки рублей делают. Молодцы! И следующая вещь. Между прочим, это написано, что место производства Турции уже, не Китай, все остальное было китайское. И это у нас... Это брюка? Что это? Я не понимаю, что это? Как это носить? Мне прислали шорты. Это должны быть типа джинсы-шорты. Реально? Нет, там нету, это все. Это что за развод? Настолько что... Вы это видели? Они нас развели!
А нет, подожди, написано гетеро-джинсовые. Ты уверена? Тут буквально написано гетеро-джинсовые. Такая цена была чисто за гетры. Да это я тебе больше скажу, это чисто обрез от джинсов, знаешь, которые, видимо, не продались. И они такие решили, а давайте сделаем из этого гетры. Это такое... Господи. Но это не стоит 2000. Это вообще не стоит 2000. Жесть. Вот это развод. Вы понимаете, они просто отрезали ненужные брюки. Здесь добавили вот такую вот лямку, вообще изейшую, которая еще и крепится достаточно хреново. И назвали это гетрами. Что за прикол? Тут даже размер джинс есть. Ару, если посмотреть, короче, на этикетку. Тут буквально написано название модели этих джинс, которые были, видимо, до того, как их решили порезать. И, собственно, размер. Не, ну молодцы, молодцы. Придумали, конечно, интересный контент. Как известно, аферисты промышляют в людных местах. Мы не будем это осуждать, вдруг они будут классно сидеть. Да, кто запрещает за одну вещь другую делать? Никто. Но 2000, серьезно, за вот это перебор. Я слышу там звоночку. Да. А чем ты закрылась? Рубашкой. От бренда Бездна. Здесь просто мои трусы, но как бы шорт джинсов-то не было. Короче, рассказываю. Не знаю, как это выглядит со стороны, ну типа да. По-другому никак, иначе извините, тут мои труханы. Извините, пуси просто видно. Ну что, девочки, я расскажу. Короче, эта штука, как я и говорила, это просто отрезанные джинсы. И она не приспособлена для того, чтобы быть гетеро, потому что там ни резинки, никакого намека на фиксацию. И ты просто это завязываешь, как бы сильно ты это не затянула, оно сползает с тебя. Потому что эта штука не приспособлена для того, чтобы так носить. Я 2000. А я смотрю на этот топ, он просто потрясающий. Топ вообще кайф. Он такой крутой, это просто восторг. Топ хороший, определенно топу ставим лайк. Не знаю, сколько он стоит, но топ реально того стоит. Тебе очень идет. Спасибо. Я тебе подарю. Я ничего не сделала, гетра отвалилась. Блин, я не понимаю вообще прикол, что... Может, это какой-то кастомный магазин, какие-нибудь, не знаю, там... Да не, написано, делано Турция, это не частник. Это буквально магаз, у них не продались эти брюки, они решили сделать они хитрые гетры, но даже не поленились резинку вставить. Типа, если бы тут была бы резинка, оно бы фиксировалось. Но оно не фиксируется, все, вот, пожалуйста. Вообще уже не тренд, это антитренд, зачем? Порвала? Ну да. Это было близко. Осуждаю. Осуждаю! Кто продает джинсы в таком состоянии? Что это вообще за извращение? 2000, понимаете? 2000! И если вы спросите, почему я в странной юбке, да потому что, блин, тут должны были быть верхняя часть джинс, но их нет, поэтому я в трусах, которую прикрыла рубашкой. От бренда Бездна, кстати. Сучки и заколки, класс. Ну такая, типа, мотогонщица. Лиз себе вот так вот зарядила. Каролина сказала, что пришло далеко не все то, что она хотела заказать, потому что ей отменили заказ. Почему тебе отменили заказ? Процент выкупа. Я вообще не знала, что на Wildberries есть некоторый процент выкупа, ну, потому что у меня 100%, я вообще ни разу не возвращала ничего. Мне просто лень. Ну, раз уж у нас с вами получилось недостаточное количество вещей, немножко перед вами повыпендриваюсь, ладно, не перед вами, потому что многие из вас захотят это потом купить. Бренд Бездна, давайте я покажу вам небольшие спойлеры будущей коллекции, потому что вещей у нас будет очень много. Конечно же, у меня здесь далеко не все, но что-то есть. Это пока что только примерный макет, которые мы пока еще просто подтверждаем, согласовываем крой, но, знаете, это вся такая самая унылая часть. Просто хочу вам показать, что значит у нас с вами будет. У нас будут зипки. Зипки невероятно крутейшего качества, я не знаю, как это еще описать. Естественно, они будут с дизайнами, с нашивками, со всеми делами. Потом для меня было вообще самым важным из всего, что только можно, из всего, что только нельзя, это сделать крутые рубашки. Я очень люблю рубашки. Большую часть времени в своей жизни я реально хожу в рубашках, то есть всегда использую их и как накидки, и как полноценные рубашки, и рубашки, как вы понимаете, тоже будут. И выглядит оно вот так. Он очень мягкий материал, он не блестит и он слабо мнется. Чтобы вы понимали, вот в таком состоянии я рубашку вытащила, которая лежала в пакете, который пережил транспортировку, пережил съемку, и, короче, которая туда-сюда таскала, и она практически не помялась. И при этом материал абсолютно крутой. Конечно же, я прислушалась к тем, кто уже покупал первую линию Бездны. Многие писали, что футболки им слишком плотные, и я подумала и решила, потому что я хочу, чтобы мои футболки держали форму, чтобы были созданы из крутых материалов, но, тем не менее, я хотела удовлетворить ваши запросы, чтобы вы могли еще и более легкий тип футболок носить. И мы нашли невероятно крутой материал. Это просто самый лучший материал из всего, который только возможен из именно таких достаточно легких. Он тоже держит форму, он тоже практически не мнется. Он абсолютно натуральный, чтобы делать на нем вот такие вот двойные футболки. Для тех же, кто любит супермега плотный, конечно, у нас тут тоже есть наброски. В этот раз материал будет еще лучше, потому что это бархатный хлопок или типа того. Он очень плотный, он очень круто держит форму. Вот так вот у нас это все выглядит. Да, конечно, это то, что я вам сейчас показываю, это очень-очень малая доля того, что будет представлено. Поэтому обязательно подписывайтесь на
на сайт, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Бездны. Мы, кстати, его ведем в формате, ну, если очень сильно упростить, в формате фанфика, поэтому подписывайтесь. Ибо скоро у нас еще будет выходить манга, и для вас это будет очень интересно. Но где вы еще видели бренд, который ведет свою страницу неофициально, а в формате фанфика? Это вообще потрясающе. Вот такое видео у меня получилось. В прошлом видео, конечно, был вообще полный трэш. Обязательно его посмотрите, если не смотрели, смотрели. Еще раз посмотрите, и вы просто ужаснетесь. Нет, оттенок абсолютно отвратительный. Йента, что такое? Так что меня обманули. Оно прям кусками осыпается. А ей уже нехорошо. Это вообще как? Да, это проверка очередной Барби косметики.